Здравствуйте, дорогие зрители! Хочу немножко вас развлечь небольшим видео о моей поездке в магазин «Глобус», который находится в городе Климовск Подольского района Московской области. Мне надо сделать большую закупку продуктов ко дню рождения, и мы решили поехать в «Глобус». Давненько мы здесь не были, что приятно обрадовало нашу семью, что в «Глобусе» теперь существует круглосуточная скидка для пенсионеров любых категорий. Скидочка эта предоставляется в размере 5% в любое время суток, то есть круглосуточно, при предъявлении соответствующего документа кассиру. «Глобус» все такой же, просторный. Радует скидочками, обилием товаров, спокойной обстановкой и, что радует особенно, отсутствием навязчивой музыки. Все свежее, работают люди, все проверяется. А вот моя любимая творожная масса, очень-очень вкусная. Недорогие торты, большие, 800 граммов, на большую семью и на маленькую. Я еще пирожные. Не нашел, хочу. Дети, конечно, отойти не могут. Слюнки текут у всех, у взрослых и детей. Витрина очень большая, выбор большой. Почему цена такая небольшая? Потому что все это «Глобус» производит сам. А это продукция пекарни «Глобуса». Каждый час сотрудники пекарни замешивают тесто и пополняют полки хлебобулочными изделиями разными на любой вкус. Очень вкусная лепешка, посыпанная сыром. Брала ее неоднократно. Великолепно. И к первому блюду, и ко второму. Ну, а особо «Глобус» славится, конечно, своим мясным цехом, мясным производством. Богатые витрины, как говорили когда-то, витрина капитализма. Со скидочкой много товаров, очень вкусное все, даже если товар со скидкой, это не значит, что он не свежий или невкусный. Отличная колбаса из ливера, ну, конечно, подсветочка розовая привлекает внимание покупателей, хозяюшек пройти мимо нельзя. Огромный выбор баранины, говядины. Отличные кусочки есть на борщ. Не в каждом магазине можно найти такое мясо. Ну, это буженина, карбонат, ассорти, кусками, нарезка. И еще у них есть очень интересный продукт, ассорти мясное. По весу примерно килограмм или чуть больше, которая состоит из всего, что есть в мясном цеху «Глобуса». И очень хорошо это ассорти идет на солянку, суп и на тушеную капустку. Если увидите и будете в «Глобусе», возьмите обязательно. Ну, а в этом холодильнике я беру колбаску, которая называется по-чешски колбаса. Она напоминает русскую, но более мягкая, ароматная, не подкрашенная, она бледно-серая и очень вкусная. Также очень приятный и необычный винегрет в «Глобусе». Винегрет с опятами. Всегда безупречно свежий.
грибочек к грибочку, кусочек к кусочку. Профессионально разложенные сыры. Для тех, кто не очень разбирается, вот даже надпись есть. Типа Маздам. Если любите Маздам, то вам туда, к этому холодильнику. Сыры есть и импортные. Пожалуйста, на любой вкус и кошелек. Недостатка нет ни в чем. А вот этот сыр разобрали. Дело идет к праздникам. Сегодня 17 февраля. И надо всем сделать какие-то закупочки. Очень приятно и комфортно находиться в глобусе именно в будни, в обеденное время. Никто не толкается, ажиотажа нет. Очень хорошее филе палтуса возьмите обязательно, если увидите. Также горбуша, но она целая, мне она не нужна. Но было и филе. Филе дороже в 2 раза. Что радует, что рыба не перемороженная. Не наморожена лишняя вода. После того, как рыбка оттаяла, водички сливается совсем немного, что очень приятно. Но это просто развалы овощей. Овощей и дальше фрукты. Тележки в глобусе платные. Стоит одна тележка большая 10 рублей. Но к этому все давно уже привыкли. Очень удобные пакетики. Они с ручками, можно завязать, можно так носить. И вот сотрудник проверяет срок годности, смотрит и забирает. Может быть, он себе покупает? Может быть. Отличные помидорчики я взяла, ни одного плохого нет. Все можно взвесить спокойно, даже ребенок с этим справится. Продуктов полно, выбор огромный. Масло, самое дешевое подсолнечное масло, которое было в глобусе, 90 рублей за бутылочку. Также можно взять и бесплатную сумочку, тележку мини, которая на колесиках. Ее толкаешь перед собой или сзади, тащишь. Она низкая, никому не мешает. Для садоводов, огородников также огромный выбор всего. Одной тележкой здесь не обойтись. Вот, ребята, готовятся к сезону. Скоро-скоро весна и лето. И будет у вас стоять очередь за разливным и пенным. Интересная настойка, старый Ярославль, нигде я ее не видела, только в глобусе. Голова после нее побаливает. Настойка так себе. Большой выбор массандры. И вот мускат. Мускат белый, красного камня. Возьмите, обязательно попробуйте. Ну, а к черному доктору просто не подступиться. Интересные бутылочки с вином. Если нужен подарок, по-моему, лучше просто не найти. И подарок, и всю компанию развеселишь. Запомнят на всю жизнь такой подарок. Акции, акции. Можно проверить цену. Если не видишь и не понимаешь, сколько стоит товар и где цена. Это мое, пополняется моя тележка, становится все тяжелее, все для дома. Есть книги, журналы, открытки,
канцтовары. Вон встречает, сидит кассир. Пошли. Подхожу к кассе. Все пространство заполнено, нет пустых плоскостей. Все для покупателя, чтобы привлечь, чтобы продать, чтобы человек вернулся обязательно, с хорошим настроением вышел и с хорошим настроением вернулся в магазин. Все продумано. Здесь же можно поесть, отдохнуть, перекусить. Здесь можно поесть стоя. А если пройти дальше, то там огромное кафе. Очень вкусные в этом отделе булочки с котлетами. Обязательно попробуйте хотя бы одну. Не пожалеете. Она огромная. Съесть ее одному большой труд. Здесь же когда-то находился пункт вакцинации. Сейчас он закрыт. Парковка огромная, но найти место не так-то просто. Надо поездить, посмотреть. В магазине никогда не бывает пусто. Вот такой он глобус. Наш магазин в Климовске. Побывайте здесь обязательно, если будет возможность. Будьте здоровы и благополучны.